Привет! Сегодня мы будем разговаривать о Гугле и о том, как в Гугле выходить в продакшн быстро. А агенда будет у нас следующая. Поговорим про то, про Google Cloud в целом, про их SDK, про. Ну и самый, наверное, стандартный сетап. Это у нас есть база данных какая-то, там есть кубер-кластер. И это все дело как-то мониторится. Вот. В общем-то, наверное, самая часто встречающаяся штука, поэтому будет, в принципе, актуально. А, так, теперь про Google. Это один из трех крупнейших клаудов. А, получается, Google Cloud Platform, по сути, ранит тот же Gmail, YouTube и тому подобные всякие сервисы гугловые. Также у него одним из самых, наверное, больших его преимуществ является то, что мониторинг идет с коробки, то есть там мало чего надо настраивать, оно по большей части работает сразу, по крайней мере в стандартных сетапах. Также у них достаточно удобный SDK, который вам позволяет, по сути, ну, наверное, тремя-четырьмя командами консольными, достаточно простыми, поднять полностью готовое уже окружение сразу, готовое к работе. А также у них есть такая штука, как Preemptible Instance, это такая тема, которая есть похожая у Амазона. Они используют остаточные мощности своих серверов, которые у них не используются, в общем-то. И таким образом на некоторое время вам до суток предлагают инстанс. Очень дешевый, но он там 100% за сутки он вырубится. И да, его там используют для каких-то, я там не знаю, ETL-пайплайнов и тому подобных штук, которые можно, в принципе, параллелить. И не важно, что оно там упадет где-то посередине, оно поднимает новые инстансы и работает, в общем-то, быстро, потому что можно очень, очень мощные мощности покупать за достаточно низкую стоимость. Ну и Google Cloud Platform на данный момент самая быстро развивающаяся платформа. Она новая достаточно по сравнению с тем же Azure и AWS, но она за прошлый год показала наибольший рост в плане клиентов и в плане, ну, наверное, больше в плане клиентов, чем всего остального. Также у Google есть некая такая интересная концепция, которая называется проект. Это когда вы заходите туда в UI-ку, у вас проект получается. Проект инкапсулирует в себе сервисы, юзеров и некие доступа. И получается, для того, чтобы вы, в принципе, могли эти доступа контролировать, и чтобы вы могли прозрачно контролировать биллинг. А также у них есть IAM-менеджмент, это Identity Access Management. Смысл его в том, чтобы вы на каждый конкретный сервис могли назначить определенные доступы определенным юзерам. То есть давать админ access всем — это плохо. Да? Надо понимать, что за сервисы вы будете использовать, и, естественно, для этого выдавать адекватные доступы к каждому из этих сервисов. И Google, они разработчики такой штуки, как Kubernetes. У них есть менедж сервис Kubernetes, который у себя, наверное, самой последней версии всего хранит, имеет больше всего возможностей, чем все остальные. И у них есть еще такая недавно штука появилась, как Anthos. Это такая мультиклауд-платформа, она вообще умеет очень-очень много всяких разных вещей. Но она в бете, стоит дорого, но работает круто. Вот. Теперь про базы данных. Да? Про сетап я говорил ранее, у нас есть некая база данных, у нас есть кубер-кластер, у нас есть мониторинг всего этого. Самый стандартный сетап, наверное, самое-самое стандартное приложение, которое может быть, потому что везде есть сейчас какие-то контейнеры, да, например, какая-то пачка микросервисов, и есть какие-то базы данных. Вот. В чем плюс Cloud SQL? Он может в MySQL, он может в Postgres, он умеет в SQL сервер. Он может быть высокодоступным. Что означает высокая доступность? Это то, что если упадет сервак, у вас база будет по той причине, что у вас есть еще одна реплика где-то. Это зачастую относится к такому у них понятию, как регионы и зоны. Вся инфраструктура, она разделяется на регионы. Они разбросаны по миру. У каждого региона есть множество зон. Вот. Есть вероятность того, что зона может упасть. Зона — это энное количество дата-центров. И, ну, например, где-то произошло наводнение,
Ну и просто отрубилось электричество в дата-центрах, и зона упала. Соответственно, если у вас высокодоступный сетап, это означает, что у вас в нескольких зонах расположены ваши приложения, реплики вот, в данном кейсе базы данных. И таким образом вы не потеряете доступ к данным, вы сможете напрямую взаимодействовать с базой, просто потому что реплики уже есть в другой зоне. А также там автоапгрейды софта, автобэкапы, что, в общем-то, есть, ну, наверное, везде. И вот есть еще такая прекрасная штука, это если вы все-таки хотите делать базу публичной, что не очень хорошо, но вдруг, вы можете разрешить доступ с определенных IP-ренджей и таким образом кое-как это обезопасить. Ну, например, только с офисов разрешить стучаться к базе. А также он умеет автоскейлить storage. Вы указываете верхний порог, там, например, изначально у вас 50 гигабайт база, но вы ее разрешаете скейлить до 3 терабайт. Вот. Она будет скейлиться, пока не достигнет 3 терабайта, потом вам прилетит нотификашка, что все плохо. А, и вот есть такая тема, как Stack Driver Integration. Stack Driver — это у них система мониторинга. И получается, Cloud SQL, как Amazon, как гугловый сервис, он нативно с ней интегрирован. То есть вы там можете смотреть графики вот эти загрузки CPU, памяти, там, IOPS и дисков и прочие штуки. Также, что есть еще? Вы когда даете имя этой базе данных, оно резервируется надолго, оно должно быть уникальным. Если вы удаляете базу данных, имя недоступно еще в течение недели. Также вам не обязательно добавлять туда публичный IP-адрес, просто по той причине, что, ну, зачем? База должна быть секьюрна, к ней не должно быть доступа из интернета. Поэтому можно не ассайнить публичный IP-шник. Также вы можете базу сделать вот этой высокодоступной, указав ее, так сказать, региональной, и это значит, что Google сам будет выбирать, в каких зонах ее ставить. Вы можете зоны выбрать сами, а можете предоставить Google этот выбор. В общем-то, можно вот поставить рутовый пароль, это, наверное, единственный минус такой, который его надо явно туда передать, иначе его нужно где-то сгенерировать, его нужно где-то сохранить, но это уже такая проблема. А теперь немножко демо, там видосик, буду по ходу объяснять, что происходит. Можно его там как-то включить. Это панелька. Получается, здесь пачка сервисов. Выбираем вот тут эту базу данных, это вот SQL. По умолчанию у нас тут ничего нет. Можем быстренько создать. Выбираем engine. Когда выбираем этот engine, нам нужно дать имя базы данных, нам нужно выбрать storage, и также там еще всякие вот версии, параметры еще можно попередавать. И там внизу будет вот самое интересное, сейчас оно до него дойдет. Да, вот тут мы еще выбираем регионы, в котором нам это надо. Ага, вот, теперь security. Мы убираем публичный IP-адрес, который ассайнится по умолчанию, и выбираем приватный IP-адрес. Также мы говорим выбираем тип инстанса, который... Это не обычные виртуалки, это виртуалки, специализированные под базы данных. Их тут куча разных. Можно выбирать. Разные семейства есть этих инстансов. Вот. Так, дальше. Дальше еще стратегии, maintenance strategy, бэкапы, которые их нужно делать обязательно, я думаю, не стоит объяснять почему. Зачем? Она же это распределенная, что с ней будет, всегда доступна. Ну, а если удалите вы инстанс? Ну как, надо же бэкапить все равно все, что там за данные получается. Вдруг вы поломаете данные, чтобы была возможность восстановить. Флаги там всякие, флаги — это настройки базы данных. Здесь не все абсолютно параметры есть, что, например, для MySQL, что существует, но можно настраивать некоторые из них. Также выбираем окно maintenance, то есть когда Google имеет возможность делать автоапгрейды софта, там
А там вы выбираете от 4, вы выбираете там рейндж, можно хоть на сутки его выставить, что в течение суток он как-то тут заапгрейдится. Вот. И теги полезны для биллинга, теги надо ставить всегда. По тегам потом в биллинг репорте можно посмотреть, что, какое у вас окружение съедает денег, сколько. Вот. И, короче, нажали кнопочку. Все быстро. Все достаточно просто. Процесс занимает порядка, там, наверное, 2-3 минут. А здесь оно сейчас пройдет достаточно быстро, но по факту база создается в течение 10 минут гуглом. Вот. И сам процесс, да, прокликивание, это порядка там 2-3 минут. Вот. Он заинициализировался, там появился у нас приватный адрес внутри сети. Получается еще, да, у нас есть возможность это все редактировать, стопать и так далее. Там сразу из коробки подвязывается мониторинг, о котором там чуть позже, но его здесь пока не видно, потому что еще ничего не происходит. Там есть возможность, да, всякие настроечки менять, то есть достаточно все и просто. Окей, с базой разобрались. База реально строится достаточно быстро. Теперь про кластер. Да? Что у нас из себя представляет Kubernetes-кластер? Это некое количество мастер-нод, на которых хранятся все данные, и воркеры, на которых запускаются конкретные контейнеры. Вот. А в чем плюс именно гуглового Kubernetes Engine? Как там сразу с коробки, как я уже сказал, есть мониторинг, то есть ничего настраивать не надо. Не нужно ставить никакие дашборды, гугловые дашборды уже есть. Вот. Во время создания мы можем там указывать различные аддоны, которые нам нужно поставить. То есть это не только к UI-ке относится, это еще и к SDK, это еще точно так же там всяким Terraform'ом относится. Вот. Он высокодоступный. То есть, что означает высокодоступность в контексте Kubernetes? Это то, что у вас несколько мастер-нод расположены в разных зонах, это означает, что у вас апгрейд будет происходить без даунтайма. Вот. А также у них есть role-based access, такая штука, которую вот вы создали кластер из-под своего юзера, это означает, что никто другой, пока вы его явно туда не добавите, в кластер, не сможет в него достучаться по API. А также есть прекрасная штука, как private cluster. Это такая тема, когда, в общем-то, что ноды и мастера, они не имеют публичных IP-шников. У вас есть некий такой лот-балансер, с помощью которого вы можете получить доступ к мастер-ноде для того, чтобы взаимодействовать с API. Есть еще также прекрасная интеграция с Google Managed SSL, но эта тема еще в бете. Но уже готова к использованию, достаточно прекрасно. Это такая тема, когда не вы генерируете SSL-сертификат и апгрейдите его сами по себе, а Google это делает за вас. В общем-то, даете ему домен, верифицируете, что вы реально владелец этого домена, а он уже сам дальше все делает. Есть такая прекрасная тема, но это она не столько относится к Google, она просто, наверное, ими разработана, и она ими первыми интегрирована, это Vertical Autoscaling. Все мы знаем про горизонтальный автоскейлинг, это когда мы добавляем просто реплики новые. А есть еще вот вертикальный, это когда мы увеличиваем мощность в зависимости от запросов, ну, наверное. Там, например, если у нас загрузка по CPU дошла до 30, там, до 40%, добавь-ка ты еще CPU. Вот. И причем это не в контексте инстанса, это в контексте контейнера, который там ранится. А теперь про демку вот этого всего дела. Здесь чуть-чуть дольше. А получается, опять же, если всего этого дашборда, вот, когда мы создаем здесь кластер, здесь есть прекрасный высокодоступный сетап. А он сразу располагается. Наша задача выбрать это, он зональный или региональный. Если региональный, то Google сам выбирает, где, на каких зонах что ставить. Вот, выбираем типы инстансов. Дальше там пойдут интересные настройки, потому что это все достаточно просто. Мы здесь указываем дальше, где он, в какой сети ранится. А также говорим, что вот это у нас приватный кластер. Выбираем range IP-шников для мастера.
специально для того, чтобы потом поставить, чтобы Google мог потом поставить load balancer перед ним. Указываем, с какого IP-рейнджа мы можем стучаться к этому мастеру. Выбираем. Дальше еще, короче, есть куча всяких разных настроек, но вот она здесь, наверное, последняя будет самая интересная. Это Istio, это такой прекрасный тулинг для сервис-мешинга, и он у них находится в бете, но по факту его реально можно использовать в продакшн, потому что в бете он просто потому, что Google еще не до конца протестировал нормально его сетап у себя в кластере. Но в чем смысл? Вот этот Istio, он может вам зафорсить HTTPS не только между нодами, а он еще вам может зафорсить HTTPS между контейнерами на одной ноде и между контейнерами на разных нодах. Плюс с помощью Istio вы можете делать всякие, например, canary deployments, которые просто с нативным кубером реализуются достаточно так сложно. Не то чтобы это нереально, но это просто сложно. Вот. Тоже процесс создания занимает порядка 10 минут, но вот кластер готов. Он тут вот сразу все наши ноды, как видите. За счет того, что это такой высокодоступный сетап, нод создается много. И вот мы получаем все то, что по дефолту там установлено. Это всякие... А можно, пожалуйста, это на паузу? Или чуть-чуть назад, наверное, чтобы оно ноды показало, что там ранится. Ага, вот, спасибо. Оно, получается, ранит такие штуки, которые помогают ноде подключиться к кластеру, но ранит штуки, которые помогают нодам взаимодействовать между друг с другом. Оно ранит кучу всяких вещей для Istio, чтобы вообще, в принципе, эта тула была запущена. И еще оно ранит по дефолту штуки для мониторинга. То есть оно собирает логи и метрики, ну, метрики надо уже составить отдельно, кастомные. Оно собирает логи с докера, оно собирает логи с каждого отдельного контейнера, и оно вообще, в принципе, наверное, собирает логи отовсюду, откуда только может собирать. Также есть еще такая прекрасная штука, как Network Policy, это то есть как мы можем на уровне кластера, ну, то есть на уровне ресурсов внутри кластера сказать, что, вот, например, с вот этих контейнеров мы не можем ходить в какие-то другие контейнеры, но мы можем ходить вот в те, в какие-то еще другие. То есть это все достаточно гибко настраивается, за счет того, что у нас есть Istio, мы это еще и все можем по HTTPS эти все запросы пускать. Вот, да, можно дальше. Да. Так. Оно также по умолчанию сразу запускает пачку сервисов. Сервис в контексте кубера — это что-то похожее на load balancer. Сервисы бывают внутренние куберовские, которые выступают как load balancer внутри кубера. А есть именно внешние load balancer, которые работают с уже API клауда конкретного и вот, например, используют гугловый load balancer. Вот самый простой пример того, как создать там что-то. Оно по умолчанию создает Nginx Image там, туда его запускает. В общем-то, у вас есть сразу доступ к YAML. Вы можете его там редактировать, дописывать все, что вам надо. Вот, создает оно его достаточно быстро. Да, и создает оно его в плане так называемым деплойментом. Деплоймент — это такая некая абстракция над контейнерами, и получается, вы можете туда конфигурации прокидывать, и такая некая оркестрация над контейнерами, которая находится внутри кубера. А также мы сервис, деплоймент мы можем заэкспозить, то есть по умолчанию к нему нельзя достучаться с интернета, но мы можем сделать так, чтобы можно было. Поэтому мы экспозим сервис, оно создает load balancer внутри Гугла для этого. Но, конечно, это все круто, вот оно его сейчас создаст, но подключиться мы к нему реально не сможем, к Nginx внутри, потому что у нас по умолчанию контейнеры, он хоть внутри там и слушает порт какой-то, но по факту мы его никуда внутрь кластера не экспозим, то есть достучаться до него нельзя. Поэтому нам надо будет этот деплоймент... А что она дальше там не идет?
видосик. Вот, вот теперь есть. Короче, да, вот мы получаем IP-шник и порт. Достучаться мы до него, тут здесь прогрузочка, мы не можем. Нам надо полезть внутрь деплоймента и сказать, что окей, я слушаю еще, помимо того, что в контейнере, то, что приложуха в контейнере слушает 80-й порт, мне еще надо сказать, что окей, все, что летит в кластер по вот этому порту, я это все принимаю. Так, здесь сразу вот, включается гугловая дашборда, которая нам позволяет видеть вот сразу трафик, там CPU, memory, networking весь. Вот мы получаем доступ к YAML. YAML здесь достаточно большой, он генерируется. На самом деле, когда вы его создаете, просто по так, он гораздо меньше, это то, что уже генерируется. Вот здесь мы этот порт экспозим для конкретного контейнера наружу. Так, вот он сохраняется, все достаточно просто, достаточно быстро. И теперь, да, теперь можно до него стучаться. Вот оно его как раз заменяет. Процесс экспозинга порта включает в себя то, что нам надо пересоздать это все дело. Оно это делает достаточно быстро. Вот. Также у нас вот здесь отсюда, вот с этой дашборды сразу есть доступ к логам данного контейнера. И сразу вот есть, прям, наверное, отсюда, да, есть, а, нет, надо еще заходить конкретно в сервис. Вот у нас есть доступ к, ну, в общем-то, уже к Nginx. Мы можем зайти и посмотреть. Сейчас мы на него перейдем и это все увидим. За счет того, что мы их положили в одну сеть с базой данных, у нас есть доступ по внутри логической сети, доступ, в общем-то, с приложений в кубер-кластере к этой базе данных. То есть коммуникация происходит моментально практически. Да, и здесь у нас сразу отображается весь трафик практически в реал-тайме. Здесь есть пару-минутная задержка. А теперь про мониторинг. Да? Production Ready включает в себя достаточно такой хороший и мощный мониторинг. Что умеет StackDriver? StackDriver — это их сервис, он включает в себя мониторинг, логинг, там еще всякую аналитику и тому подобные штуки. Он это умеет делать не только для Google, но еще и для AWS. Там за счет того, что у нас есть доступ к логам, вообще к метрикам всяким, мы это можем там визуализировать сразу. Мы можем делать кастомные метрики, там есть какие-то проблемы с .NET библиотеками этого, но там они по чуть-чуть фиксят. Вот. А есть алерты. Алерты есть там всякие в Slack, по почте, смс-ками. Там, то есть можно застапить, что если ночью что-то произошло не так, то вам позвонят. Вот. Ну и сразу с лету очень большое количество вещей, оно уже сразу застаплено и можно сразу пользоваться. Они таким образом форсят некую стандартизацию мониторинга и вообще в целом работы с их тулами. А теперь, да, небольшая демка всего этого. Начнем мы, наверное, с базы данных. Вот. И на ее примере покажем самый базовый мониторинг. Это вот когда мы в дашборде находим инстанс наш, вот здесь показываются базовые метрики. Оно по умолчанию показывает CPU, но то вот здесь дропдаун, который позволяет там выбирать, наверное, все, что можно. Там и network трафик, и там загрузку по памяти, в общем-то, диск, и ops, и достаточно много всяких вещей. Так, а дальше, да, у нас можно, помимо того, что вот здесь это все смотреть, еще есть возможность зайти в этот StackDriver как сервис. Здесь вот он есть как в отдельной секции мониторинга. Он у нас... Это достаточно огромная, мощная тула. Поэтому... Да, вот здесь у нас сразу показано все, что мы используем. Мы вот используем Cloud SQL, мы используем GKE, мы используем просто VM-ки для нод. Мы используем еще там
Firewall рулы. И вот как вот здесь видите, здесь сразу графики всякие работают. То есть, по сути, то же самое, что мы видели в изначальной дашборде, только здесь это, ну, сразу выплюнуто на страницу. Также она может смотреть в всякие кастомные метрики, которые мы ему скажем. То есть он может, там, я не знаю, запросы к определенной таблице он может смотреть. И... А теперь также вот Кубер, он умеет мониторить как Кубер в целом, как кластер. Он умеет мониторить каждую ноду отдельно. Он может мониторить каждый деплоймент отдельно, также каждый namespace, как логическое разделение нескольких деплойментов. Может мониторить каждый конкретный контейнер. И, в общем-то, да, смотри, собирает логи со всего, с чего только можно. И вот, да, здесь слабовато видно метрики, но, короче, это все самые вот, вот эти базовые метрики, типа CPU, memory, там, нетворкинга, IOPS и так далее. Вот, и он мониторит не только то, что вы туда задеплоили, но, в принципе, все то, что уже существует там. А также все максимально подробно, да, сразу с лету с коробки. Вот. Он точно так же умеет мониторить ивенты, которые происходят внутри Кубера, может мониторить сервисы сразу с лету. Вот. В общем-то, эта штука достаточно полезная, она, ну, продвинутая. Она умеет работать вот сразу. И, ну окей, мониторинг хорошо, но еще у нас есть логи. У нас вот здесь есть такая прекрасная возможность писать запросики ко всем, ну, к логам. Оно по умолчанию не воспринимает логи, как, например, для каждого конкретного контейнера, оно просто скидывает все, что есть. Наша задача запросом выбрать то, что нам надо. Он не умеет сразу с лету их разделять. Просто собирает все, что в него кидают. Мы можем сразу с дашборда получить доступ к логам конкретного контейнера, ну, предефайнит запрос. И так вот, например, оно... Да, вот здесь у нас сразу есть этот доступ к логам. Вот, оно нужный запросик сразу вставляет. Ну и, в общем-то, грузит логи все, что есть. Так, мы выбрали не тот контейнер здесь, но потому что мы уже делали запрос на какой-то, мы не знаем на какой, их там несколько, поэтому, да, оно выбирает логи по конкретному контейнеру, ну и, в общем-то, все, что вылетает в stdout, в stdr, оно здесь отображается. Это, наверное, в принципе, это все. То есть, сетап быстрый. Это руками делается буквально за полчаса. Вот как production ready в Гугле приготовить. Всем спасибо.